вообще? Куда мне сейчас идти ночевать? На работу? На Баско? Я работаю на Баско. Что случилось с вашей квартирой? С моей квартиры. Вот она вся пострадала. Были все разбиты потолки, разбиты стекла насквозь. Я попросила, у меня внуки выскочили вчера ночью 22 часа. Я дежурила, мне позвонили. Внуки выскочили в крови, потому что рухнул потолок от этого удара. Толчка газового, я не знаю, что там произошло, у меня не было дома. Дети выскочили в трусиках. И сейчас мои внуки, я могу тоже вам показать, идите, посмотрите. Они у соседей, полуголые. Сегодня я приехала со смены, хотела в 7 часов подойти и забрать вещи хотя бы детям. Мне охрана не допустила. А что мои дети должны? Голые сидеть? Сейчас я пришла, и вот мне разрешили забрать детские вещи. То есть пока людям вообще ничего не предложили? Ничего, ничего. У меня стекла, у меня ни стекол нету. У меня трое внуков. Остались на улице практически. Ну да, но мы не богатые люди. Я пенсионерка, мне 65 лет. Я в охране работаю, я получаю 3,5 тысячи. Сын, невестка не работающая. У меня трое внуков. Я сейчас абсолютно остаюсь без окон, без потолка. И дети у чужих людей.